офицеры России, кем бы были сейчас, если б не было рядом женщин, выбравших нас, добровольно оставив спокойную жизнь. Нам достичь помогают карьеры вершин офицерские жены. Это гордость мужчин вместе с нами на службе. Дай Бог мужества им. Если можете, встаньте, нам не нужен приказ. Этот подвиг гражданский женщин, любящих нас, собирая на службу, обнимают, любя, отдают нам с собою частицу себя. Лишний раз не покажут тяжесть сердца в груди, провожая, лишь скажут: ты себя сбереги. Офицерские жены — это гордость мужчин вместе с нами на службе. Дай Бог мужества им. Если можете, встаньте, нам не нужен приказ. Это подвиг гражданский женщин, любящих нас. Офицерские жены понимают порой, что на службе ты занят, не приедешь домой. Они нежно обнимут мирно спящих детей, скажут: папа наш занят, защищает людей. Офицерские жены — дело сильных мужчин, держат слезы украдкой. Дай Бог выдержки им. Если можете, встаньте, нам не нужен приказ. Это наши родные, они в сердце у нас. Это наши родные, они в сердце у нас.